А теперь к другим темам. Сила духа и жизнелюбие, увлеченность и способности к творчеству – все эти замечательные качества есть у людей с ограниченными возможностями здоровья, которые каждый год принимают участие в районном фестивале «Мы есть у тебя, Россия». Смотрите наш репортаж об этом событии. Фестиваль привлекает самых неравнодушных и заинтересованных в настоящем творчестве людей со всего Славянского района. Здесь они имеют прекрасную возможность продемонстрировать свои творческие успехи. В рамках фестиваля в малом зале Славянского городского дома культуры была развернута выставка декоративно-прикладного искусства. С большим интересом зрители осматривали экспонаты, выполненные в самых разных жанрах и техниках. Какое стремление добиться намеченной цели у этих необыкновенных людей? Я стараюсь каждый год удивить, ну, для себя сделать вывод, что я могу гораздо больше. В этом году я выставляю новые работы, которые за год, но здесь не все. За этот год я сделала 8 работ новых. Из 8 только 5 я выставила. Остальные ждут свою очередь на следующий год. Любовь Кузьменко далеко не новичок в декоративно-прикладном творчестве. Она не останавливается на достигнутом, старается найти что-то новое. Эту скатерть я вязала 5 дней. Вот. Мне просто в чисто белом и что у нас блеском передать праздник души. Вот. Цветы – это жизнерадость, жизнь. Вот. Но почему в чисто белом? Потому что белое – это как невеста. Фестиваль-конкурс продолжился в Большом зале. В концертной программе приняли участие чтецы, солисты, дуэты и трио, хоровые коллективы. Мы постоянные участники этого фестиваля. Наш хор существует уже очень давно, ему 30 лет. И мы с радостью ходим туда для того, чтобы разучивать новые песни. Просто пообщаться, просто съездить куда-то на море отдохнуть. И просто нам хорошо всем вместе. Каждое выступление находило своего внимательного зрителя и вознаграждалось аплодисментами. Родная Кубань, тебе мы верны, земля наша здесь, твои мы сыны, отвагой полны, сердца и умы. Родная Кубань, тобой мы горды. Лучшие работы и выступления были отмечены дипломами фестиваля «Мы есть у тебя, Россия». Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».